эмоции, то, что может сделать нас счастливее, испугать, сделать злыми. Продавать свои эмоции стало актуально в наше время. Меня зовут Джо. Я являюсь испытуемым номер 47 в сервисе Аманды. Они предлагали мне увидеть мои сны, воспоминания с использованием музыки. Довольно заманчивое предложение, учитывая, что некоторые из своих снов, и я бы все-таки повторил. Итак, перед началом сеанса я предлагаю вам пройти обучение. Поехали. Тогда перемещаю вас в обучаемый параллельный мир. Итак, добро пожаловать на испытательный полигон. Здесь вы можете перемещаться и исполнять различные трюки. Попробуйте.
Здесь находится несколько противников. Попробуйте разобраться. Едем дальше. Здесь у вас есть скромный набор для акробатических трюков. Подберите скейтборд и ролики, чтобы начать испытание. Начали! Time.
Ну что, хочешь продолжить забег? Конечно. Ну тогда иди ко мне.